Приветствую вас, друзья. С вами вновь я, Виталий. И сегодня предлагаю вам продолжить со мной вместе развивать тему, изучать тему, как выйти из зоны комфорта. И для того, чтобы выйти из зоны комфорта, я предлагаю вам в первую очередь создать эту зону комфорта. Создать эту зону комфорта в какой-то форме. И такую форму я предложил вам в предыдущем видеоролике в виде трех простых фигур. Это квадрат, треугольник и окружность. Для чего нам это надо делать? Для того, чтобы нам работать именно с формами, которые требуют наше сознание и наше подсознание. Особенности. Для нашего подсознания необходимы воображаемые формы, которые имеются, измеряемые параметры и внутреннее содержание. Именно с этой целью мы и ставим перед собой задачу такую простую – создать форму. Для эмоциональной зоны комфорта мы создаем окружность, для ментальной формы комфорта мы создаем квадрат, а для физической формы комфорта, зоны комфорта мы создаем треугольник. И, друзья, это такая простая и доступная идея. Мы с вами ее будем реализовывать, разбирать в следующих видеороликах. А сегодня я прошу вас ознакомиться с предыдущими двумя видеороликами, обязательно, которыми я говорил о том, чтобы выйти из зоны комфорта, нам необходимо начать движение эмоциональное, ментальное или физическое. И далее, как я уже сказал, в следующем видеоролике, во втором, я вам предложил именно выбрать у себя, определиться, посмотреть, уделить себе внимание, какая зона комфорта для вас является первичной, какая вторичной и какая находится на третьем месте. Так как у каждого из нас разные зоны комфорта находятся в разном порядке, да и в разные периоды даже жизни, времени и так далее. Но необходимо именно такую структуру создать, чтобы нам потом было с ней работать, понимать, как переходить из одной зоны комфорта в другую зону комфорта, и при этом не испытывать никакого стресса, никаких каких-то рисков, как нам говорят обычно, вы должны подняться на Эверест, вы должны рисковать, это есть выход из зоны комфорта. То есть очень много на эту тему имеется материалов на просторах интернета по поводу зоны комфорта, и обычно так и говорят, что выход из зоны комфорта – это некое преодоление себя. Так вот, я утверждаю, нет, это не является преодолением себя, это является преодолением себя, если вы не знаете самого себя. А мы сейчас именно занимаемся с вами самопознанием и саморазвитием для того, чтобы правильно и грамотно именно двигаться, получать энергию, достигать каких-то вершин нормально, без стресса, как говорится, без каких-то подвигов, рисков, там, страхов там, и так далее, которые нас преследуют, когда мы именно говорим, сейчас я выйду из зоны комфорта. Ну, из какой-то зоны комфорта выйдешь? Из эмоциональной. Обычно у людей, у всех у нас есть эмоциональная зона комфорта. Или выйду я из физической зоны комфорта, пойду бегать, начинаю резко, да, подниматься утром там и так далее. То есть нас всегда именно в эту сторону направляют какие-то наши мастера психологии или мастера мотивации. А я прошу вас смотреть на эту проблему более ясно и более четко. Для этого мы предлагаю вам начать формировать такие фигуры. Фигуры из наших окружностей, из наших квадратов, из наших треугольников. И они имеют определенное содержание. И, друзья, с вами был Виталий. Приятно было видеть вас у себя в гостях. Подписывайтесь, лайкайте. Если интересно, пишите комментарии. Пока-пока.